мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Мы продолжаем с вами заценивать бета-версию Мистер Шифти этого клона Мега-Плутоний на этом этаже! Expect heavy resistance, ожидай жесткое сопротивление, кричит нам Никс. Ну хорошо, как скажешь. Жесткое сопротивление, так жесткое. Украдите Мега-Плутониум! Разработчик сразу написал, что... Вы не переживайте, конечно, здесь огромное количество будет уровней, ну как огромное количество, большое количество уровней по сравнению с оригинальной версией игры, точнее с релизной. Но вы не переживайте, потому что их будет достаточно, и в релизной версии будет их намного-намного больше. Поэтому, я не знаю, видите, мы же здесь вряд ли сможем полностью, скажем так, я обратно в лифт не могу убежать. Не сможем с вами полностью, насколько я понимаю, погрузиться в игру, но... Как он меня заметил? Ты ничего себе! Ах ты ж падла такая! М16 у него там? А что такое? Это бассейн какой-то с рыбами? А что они там делают, эти рыбы? Так, у нас дверь была вот здесь. Ага, можно было спокойно здесь зайти. Тихо. Ничего себе! Так, это все, типа все аквариумы получается. Это аквариумы, это никакие не стенки. Блин, они меня видят через эту штуку. Хо-хо-хо, жесть. Ага, типа можно сразу идти туда. Капец. Ладно, так, здесь смотри-ка у нас есть... Весло. Ох, весло. Сейчас мы... Кто-то сейчас, по-моему, огребется. Хотя, на самом деле, мне не очень нравится такая идея, что когда ты, допустим, играешь в бета-версию, да, ты проходишь, скажем так, большинство уже... Мы можем, смотри, что сделать. Мы же можем как-то вот так вот его привлечь. Эй, ты что, не слышишь, что ли? Бананы из ушей вытащи. Мы с вами пройдем, я так понимаю, какое-то количество уровней здесь. И потом, когда выйдет релиз, то нам что, придется их снова опять проходить? Не знаю, мне что-то как-то такая перспектива не очень нравится. Да? 16-й, иди сюда, иди сюда. На! По-моему, двойной удар ему был. И даже тройной. Чего он так весь... О, я не понял, ты откуда мне появился? Откуда он появился? Его не было там. Сволочь ты такая, а? Ты бугай, реально он соспаунился здесь. Его убило, его ударило и дверью, его ударило и веслом, и он при этом еще отлетел в стенку, ударился. Так, где он у нас? Эмиган? Вон, смотри, стоит. Ты не слышишь, что ли, ничего? Вот он я! Так, бугаешка у нас идет здесь. Бам-бам-бам-бам! Ух! С трех ударов. По-моему, здесь больше ничего мы не найдем. Пошли. Плутоний должен быть на этом этаже. Но, говорит... О, бочечки! Бочечки, которые взрываются. Так, давай-ка быстренько сейчас смотри-ка... Так, окей, я понял. То есть нам нужно... Не понял. Нам нужно как-то сделать, чтобы они прострелили вот эти самые стекла. Потому что если стекол не будет, тогда лазеры, они смогут взорвать эти бочки. Так, а как же нам туда пробраться? Давайте думать. Вот через эту штуку... Оп, тихо-тихо. Блин. Вот это я зря сделал. Смотри, надо было как сделать. Вот так. Нет, так не получилось. Фу, ну они все взорвались, но... Как же нам это сделать? Смотри, лазер просто так стекла не пробивает. То есть только если мы сделаем вот так. И потом уйдем обратно. Блин, я не успел, кстати, я не успеваю, оно взрывается все. Ха. Ну что, какие будут идеи? Нам, по идее, надо как-то появиться там. Мне хочется как-то по красоте пройти. Что если я сделаю вот так? Вот так. Опа! Смотри, точно. Они вообще друг друга, смотри, искорежили. Да мне даже не пришлось лазера включать. Может быть, здесь был какой-то еще вариант прохождения, когда можно было вот туда проникнуть, чтобы разбить эти стекла. Но я не знаю, я не нашел ничего подходящего больше. Ну, нормально сработали, мне кажется. Так, что у нас здесь? Ага, отлично, офисные перегородки. Так, я вижу здесь кружку. Кружку с чаем. Бери. Плеснем кофейко кому-нибудь в рожу. Что-то вообще никого, мне что-то вот не нравится. Такое затишье. Блин, сейчас будет жесть, я вам точно говорю. Будет жесть сейчас какая-то. Ой-ой-ой, это плутоний? Это плутоний или что это? Что это такое? А, понятно. Это генератор для лазеров. Не понял. Что я... Серьезно, такой уровень просто пройти? Что-то какое-то дичь. Мега-плутониум, вон он! Ты должен пройти... For a teleporting thief. To be a cakewalk. Ты должен быть каким-то кейк-волком. Слово кейк переводится как тортик. Волк значит... Значит, идти. Ты, говорит, должен быть ходячим тортиком, чтобы пройти. Я думаю, что кейк-волк это какое-то
словок, может быть, сленг даже какой-то английский, который я не знаю. Так, давайте смотреть, как мы должны здесь двигаться. Здесь никаких врагов нет, есть только лазеры, которые будут нас, естественно, нещадно убивать. Если я сейчас пойду, допустим, вот сюда. Вот я просто иду. Поджарили мой зад. Давай. Блин. Здесь надо очень-очень четко, очень точно перемещаться. Вот так. О, смотри. Оба! Видели? Так, а здесь-то как мы теперь? А здесь что нужно сделать? Подожди, я же не смогу это переместиться. Нам нужно как-то... А, мы статуи... Да, я понял, что мы должны сделать. Мы должны статуи кидануть. Смотри. Вот сейчас вот сюда его... Бам! Вот так вот и все. Да, вот так вот оно и делается, смотри-ка. И второй генератор. Эй! Что-то тихо-тихо. Так, не надо. А-а-а! Ну зачем? Не на ту кнопочку нажал. Блин, все заново проходить. Ладно. Вот так, смотри-ка, а. Вообще просто супер-дупа. Так, бери. Значит, на Б мы кидаем. Не на такую другую кнопку. Да ёшкин ты корень. Вот так вот, отлично. Хватай головешку. Так, давай еще раз. Вот чуть-чуть сюда подхожу, он начинает провисать. Выпрямись. О! Все, мегаплутониум, хватай. Хватай его. Это не другую штуку. Так, мегаплутониум мы схватили. Я понял. Yes! Ага, yes тебе. Убегайте, спасайтесь. Все, я убежал, спасался. А, теперь я с ним должен вообще через весь уровень пройти, что ли? Вы издеваетесь? Блин. Балда, ну конечно лифт будет закрыт, пока я всех не перебью. Давайте сюда вот мегаплутониум просто кинем. Мы вернемся за ним потом, попозже. Опа, тихо. Смотрите, никого, они друг друга убивают, придурки. Опа. Давай, уходи. Давайте, ребят, своих же гасят, придурки, вообще. Че творите-то? На тебе, гнев Донателло. Иди сюда, мужик, я здесь. Чего кто-то остался, что ли? Никого же нету больше. Черт, уберем плутоний, побежали. Спаситесь. Сейчас еще, наверное, кто-то появится. А, нет, все, смотри-ка. Ей, так, что у нас здесь? Ага, здесь у нас все уже мертвы. О-оу, не все мертвы, я понял. Ага, я понял, что нам нужно, зачем эта штука у нас, нам была здесь нужна. Чтобы вот эту штуку активировать и всех порезать. Ха-ха-ха, точно, смотри, они все сдохли там. Где они? Ты посмотри, какая куча мала. Ладно, значит, я был неправ. Я думал, что это надо было на нашем пути туда. Это надо было реализовать, на самом деле. Оп, тихо. Подожди, а мне что с плутонием-то делать? Блин, мне придется его выбросить. На, опа, уходи. Опа, уходи. Блин, мне нужно какое-то весло. Тихо, не надо. Да что ж такое-то? Что такие злые? Так, давай-ка плутоний здесь просто бросим, и потом за ним вернемся, потому что... Да ёшкин ты дрын! Бросай плутоний. А может быть, плутонием надо бросаться? На, сволочь! Точно, плутоний, кстати, нормально работает. Нормально выносит. Давай, поджопников, и нифига ему надавал. У него ягодицы какие, а? Смелые. Подставляет их вообще только так. Опа! Эх, не надо, конечно. Туда, где больше одного человека... С огнестрелом лучше, наверное, не суваться. Давай, уходи. Ай, уходи. Они стреляют, нифига себе. Своих же стреляют. Идиоты. Ай. М16, по-моему, появились. Так, блин, смотри-ка, все накаляется. Ладно, мне это нравится, на самом деле. Отлично. На, тебе еще плутоний держи. Ай, уходи. Получил. Да не сюда стреляйте, придурки. Я здесь, блин. Ни хрена себе! Уходи! Шифти! Уходи! Ей! Побежали за плутонием. Плутоний возьмем. Ловите, пацаны! Эй, он меня опередил. Собака. Ничего, мы должны пройти. А, черт. Тихо. Уходим. Блин, М16 сейчас появится. Уходим. Слушай, они меткие какие, ты посмотри, а. Что-то нетипично для врагов тупых. Уходим. Своих давай подстреливайте. Ребят, это что вам нужно?
На, получи. Так, плутоний где мой? Плутоний! Ай, по-моему, 16 сюда идут, нет? Блин, я очкую туда идти. Вау! Я не увидел его даже! Сволочь. Сволочь ты этакая. Уходим, уходим. Так, этого сразу берем. Отлично. Их надо, знаешь, поодиночке вылавливать. Потому что поодиночке они друг с другом дерутся, идиоты. А, М16, М16 бежит. Вот так, я здесь, смотри-ка. Давай, стреляй. А вот здесь вот, смотри, пока тебе никто не помогает. Падла ты такая. А, да ёшкин корень! Так, ладно, все сосредоточились. По-моему, слушай, нормально, уровень такой сложноватенький. Ах ты ж, блин. Так, гасим, гасим, гасим. Стрелков надо уничтожать сразу же. В первую же очередь, давай. Вот они, стрелки. Ара, уходим, уходим. Так, у нас вот есть прекрасное оружие. Ну давай, кто идет-то, что? Да, воду тебе держи. М16 могу взять? Не могу взять. Ёшкин корень. Так, смотри, никого вроде нет, да? Все, можно хватать, бежать. Чтобы быстро будем перемещаться. Блин, уровень-то не заканчивается еще. А, нет, все нормально. О, ну ладно, мы это сделали. Ай, тихо. Тихо, держи плутоний. Плутоний как будто такой, знаете, безобидный вообще материал. И можно спокойно им бросаться, и можно им спокойно... А, что такое было сейчас такое? Коматоз какой-то с ним случился. Бугайчики у нас. Бугайчики идут, бугайчики. Так, весло. О, давай, кто ко мне подходит? Ну давай, налетай, пацаны. Че, никого что ли нет? А, вот, смотри. Бам! О, сейчас будет босс какой-то, мне кажется. Смотри, что все затихло. Все затихло. Так, ладно, я лучше по периметру здесь пойду. Блин, я хотел весло взять. А че, я не понял? Это бомба, говорит! Выкинь ее! Я выкинул. Я выкинул и спрятался. Бабам! Так, она взорвалась. То есть это была ловушка, что ли? Что ж, похоже, что это моя квота на смертельные ловушки. Мы должны прекратить эту миссию. Ты что, издеваешься, что ли? Ты что, как ты собираешься продолжать? Это ужасный план. Я вхожу в игру. Уровень пройден. Подожди, она входит в игру. То есть у нас что, несколько будет главных героев? Заходи сюда. Значит, он пытался поймать, украсть этот плутоний. Его обманули. Это была бомба. То есть специально заранее положили туда бомбу. Никакую не плутониевую, а просто обычную бомбу. Чтобы он взорвался с ней. Значит, главный злодей, мистер Зло, он знал, что... Дефиант, я не знаю, что означает это слово. Значит, он знал, что Шифти придет за ним. Оу, смотри. Окей, Шифти, операция «Конкретная смерть» началась. Верная смерть, certain death. Я должна найти, где они хранят настоящий мегаплутониум. Тот, который не взорвется. Должны быть данные в их терминале в Великой Библиотеке. Найди их. Мы что, в Великую Библиотеку пришли? Великая Библиотека. Это... Ооо. Это же ботанический сад. Давай порушим здесь все. Хе-хе-хе. Перевернем все горшочки с головы на ноги. Не знаю, зачем я это сделал, но типа все им испортил. Так, вот сюда кого-то можем, наверное, пинануть. Ты что у нас здесь? А, это у нас просто уровень. Окей, я думаю, что мы вернемся сюда, и потом у нас будет какая-то жесть здесь. Так, это что у нас такое? Я взял... А, швабра! Пришло время генеральной уборки, пацаны! Тихо. Прекратите, прекратите! Прекратите мешать уборщице! А я, интересно, смогу вот... Ай, тихо, это же стекло! Блин, немножко я, конечно, затупил. Это же стекло, они меня сквозь стекло видят и обстреливают. Все, здесь обсмотрим, обследуем. Ай, тихо, ты никого не видел. Это просто призрак. Призрак Рождества. Подожди, у нас еще внизу здесь есть. Ну, еще какой-то лифт. Какой огромный уровень. Ну ладно, ничего, пошли дальше. А, вот. О, чё, не понял. С дробаном? Так, это что-то новенькое. Полетел отсюда. Да. Значит, у нас уже есть пистолетчики. У нас уже есть М16 автоматчики. У нас уже есть пацаны с дробовиками. Да как я от них должен убегать? Там вы что, издеваетесь? Это же вообще нереально. Дайте мне какое-нибудь оружие, блин. Вот, шест. Палка судьбы. А-а-а! Нифига, у меня вообще никаких шансов не было даже избежать. Вот так. На, сволочь.
Дробовик бери. Почему я не могу брать никакое оружие, а? Оно же остается здесь. Смотри, что я могу сделать. Я могу, по идее, сделать так. Вот так. Вот так, смотри. Опа, я практически вынес их. И они ничего не заметили. Прекрасно. Хороший план, кстати. На, сволочь. Надо не давать им подходить близко. Это что у нас такое здесь? Это какие-то вазы я могу бросать, да? Бам! Круто. На тебе. По-моему, они такой небольшой эффект самонаведения какой-то здесь есть. В плане кидания всяких предметов. Потому что, ну, точно, точно кинуть сложно. Здесь она как-то все равно выруливает сама. Нормально, кстати, прошли. Заходим. Найдите терминал с данными. Вау! Сколько их там? Если только смотри, какой вариант есть. Я туда, допустим... Блин, не то. Я, наверное, должен был туда вот так вот телепортироваться, потом уйти. Я не друг друга, вы убили. Давайте сейчас я специально умру. Подожди, мне хочется проверить эту тактику. Фига себе, смотри. Четверной удар. Смотри, я сейчас к ним туда телепортируюсь, а потом сразу убегаю. И, по идее, они должны начать стрелять и убьют друг друга. Смотри. Эй, стреляем, нет? Все сюда, все стреляем, пацаны. Воу, нифига, он что, стену пробил? Ни хрена себе. Шифти, бедняжечка, у него аж прям, смотри, там таз прозрачным стал. Наверное, знаешь, как надо сделать? Смотри, надо вот так вот сделать. Так, опа! Нет, нифига, вот это хреново получилось сейчас. Не очень мощно. Тихо, тихо, вы не туда стреляйте, пацаны, гаврики. Я здесь. Черт. Подожди, а что было не так сделано? То есть, вот смотри, первый раз самые они круто выстрелили друг друга, порешали. А вот один у нас остался здесь. Отлично. Эй, я здесь все. Ребят, сюда идем. Вот, смотри, вот он идет сюда. Отлично. По одному. Подходим, не стесняемся. Я здесь. Люлей раздаю бесплатно. Вон, смотри, бегут сюда касатики, а. Бум. А я здесь. Давай, хватай. Бам! Привет тебе! Давай. Черт, я потерял свой шест. Естественно, уже никакой танец я исполнить не смогу. Тихо, стой, опа, уходим. Еле-еле увернулся. Так, уходим. Бам! Как мне нравятся эти массовые удары. Они очень жесткие, очень крутые. Это есть у нас еще здесь? Нет, по-моему, больше никого нет. Я думаю, что внизу карты должны. Вот они еще, смотри, вот они еще. Так, смотри, та же самая тактика. Опа! Половину. Бам! Да, держи! У-ху-ху-ху. Бейсбол, можно сказать. Нехило я их порешал. Смотри, по-моему, это у нас один, да? Один у нас с дробовиком парень. Великая библиотека. Ну, пойдем посмотрим. Так, что у нас здесь? Коридор смерти. Да, в прошлом раунде у нас добавили 7-16. Ух, смотри, мне кажется, я трезубец могу выбить. Да, реально! Ну что, кто на Посейдона? Че, никого что ли нет? Блин. А, наверное, я эту штуку должен запустить. Бам! Вот так вот. Блин, круто. Он, смотри, он практически вечный. А-а-а! Твою же налево. Погоди. Уходи. А что это, почему время замедляется? Я что-то не понимаю вот эту фишку. То есть иногда, когда в меня стреляют, у меня время замедляется. Подожди, я должен взять трезубец. Мне кажется, он вообще вечный. А, я им могу просто бросаться. Я не могу им драться. Я могу им просто бросаться. Вообще круто, смотри. Смотри. Ой. Ой-ой-ой, тихо, не то. На, двоих прям. Мне кажется, я мог бы их и троих. Ух, смотри, они прям там приколоты к стене. Так, тихо, я должен этот трезубец взять. Или когда у меня набирается вот этот вот желтый какой-то уровень, у меня появляется эта возможность. Я не совсем еще разобрался, как это работает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, прости. Кнопку перепутал. Замедление времени, когда в меня начинают стрелять. Типа, когда опасность возникает. Вот так вот это работает. Так, не надо. Вот смотри. Опять почему-то у меня замедление какое-то началось. Кстати, с этим замедлением можно очень спокойно и размеренно все делать. Давай-ка сейчас с трезубцем сейчас поугараем немножко. Так. Воу! Ловите шампур! Сейчас на этих тоже смотри. Так, мы, значит, перемещаемся к ним туда и стреляем ровно вперед. Ух ты, блин. На! Оп, чуть-чуть не получилось. Да, немножечко не получилось. Все, да? Я с трезубцем иду, я манал. Он мне понравился, будем швырять сейчас им. Тут два их даже можем взять. Офигеть. Смотри, они типа в ряд. Они в ряд, потому что это так действительно надо сделать. У-ху!
Сюрприз! Еще один давай. Ты идешь, нет? Чувак, я здесь. Ай, зацепил. Но все-таки, когда он с дробовика стреляет, то тогда очень высокий шанс того, что он попадет, действительно. Потому что они же в разные стороны разлетаются. Опа! Отлично, еще одного снес. Сколько у нас тут? Давай, бери. Три зубчики нам нужны. Вау! Нифига они меня припечатали! Там целая толпа была, надо было поберечь, конечно, трезубцы. Это я лоханулся немножко. Давай, приходи сюда просто. Просто приходи, я с тобой разберусь. Ай-я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 й. Так, трезубец берем, сейчас целая толпа побежит сюда, насколько я помню. А, они там все приколотые, придурки! Так, внизу у нас есть еще пацаны. Вот там наверху еще есть. Но эти внизу у нас вообще ничего не слышат, я так смотрю. На тебе. Бери. Еще трезубец. Трезубец. Ей! Вау! Знаешь, чисто челлендж такой. Пройти весь уровень только с помощью трезубца. Смотри, ты что, умереть никак не можешь? Ты что, не можешь смириться со своей судьбой? А? Ты успокойся уже, тебе конец. Пацаны, я здесь. Аля, улю. Дробину в задницу мне всадил. Это было жестоко. Это была очень болезненная смерть. Так. Вон бегает. Идешь сюда, нет? Ну, а получил. Так, тихо. Давай. Оба, тихо. Немного, не то. Ах, ты ж, блин. Фу, когда ситуация выходит из-под контроля, ты уже немножечко неадекватно себя начинаешь вести. Я трезубец брать не буду, потому что я лучше его так руками загашу. Трезубец он только для истинных джентльменов. Так, взяли. Кто у нас здесь еще остался? Так, здесь у нас толпа есть, нормально, все. Сейчас с этим надо разобраться. Давай, вуу! Так, отлично. Сколько мы? Двоих, по-моему, припечатали только. Ну ладно, это лучше, чем ничего. Так, здесь у нас какая была тактика? Была хреновая тактика, уходить надо, да. Тактика такая вот, нужно скрываться. Так, я понял вас. Вон, смотри, целая толпа была. Блин, сколько их здесь, а? Смотри-ка. Давай, наугад. Наугад бросаем. Бам! Кого-то зацепило. Ай! Он меня такое ощущение, что там поджидал. Смотри, суперход у нас активируется. Суперспособность. На тебе. Так, отлично. Уходим. Видимо, когда действительно наполняется эта желтая шкала, то тогда у меня есть возможность уворачиваться, когда в меня кто-то стреляет. На! Держи. Опа! Ай-яй-яй-яй! Как я тебя не увидел! Я так могу прям в реальном времени уворачиваться от них. Это круто, на самом деле. Да что ж такое-то? Не понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, попадос! Ничего, мы справимся. Ребятушки, мы справимся, я сказал. Так, хватай. Бам! У нас рыбалка. А вы что, застряли? Ах ты ж, блин. Я увернулся, кстати. Берем. Вообще круто. Когда вот удается тебе такие вот манипуляции сделать, это, конечно, немножко прибавляет самооценки. Ну, в хорошем смысле этого слова. Давай-ка сразу сюда запустим вот сейчас. Опа. Так, трезубцы. Нам нужно трезубцев много, чтобы ими спокойно разбрасываться. Вау! Так, отлично. Отлично. Точнее, не очень отлично. Оп, а, уходим. Так, трезубцы мне нужны. Идите колотить. Так, они идут сюда. Давай-ка это сейчас загасим. Оп, тихо, я здесь. Держи, опа. Пойдет. Еще кто-то есть у нас. Вон еще один, по-моему, касатик. Давай, иди сюда, обходи. Сейчас мы тебя запустим. Бам! Трезубец судьбы. Мы смогли сделать это. Напряженный раунд, кстати, был. Трезубец взяли. Крутое оружие, вообще, просто жесть. Против него, я думаю, никто не выстоит. Так, это у нас кто? Это М16, по-моему, у нас. За ним кто-то есть? Здоров! А, терминал, ломаем. Скачиваю информацию. Давай. Водяные знаки этого здания не полностью сделаны. Мы должны чего-то там. Ну-ка, посмотри по сторонам. Посмотри, что ты сможешь найти. Я не понял, что нам нужно найти. Ищите какие-то подсказки. Подсказки? Чего? Я не знаю, чего, какие подсказки нам нужно искать. Ну, пойдем, ладно, походим. Какой-то проход тайный здесь есть.
Смотри, а, то есть мы выйти не можем за эту штуку. Не можем выйти за пределы этой локации. Ну, я не знаю, что, что у нас здесь может быть. Вот этот сервер разрушить, наверное, бесполезно будет. Может быть, вот эту лестницу разбить. Так, что-то я взял. А, нет, это просто у нас доска. Просто доска. Давай покидаем, значит. Покидаем нашим трезубцам, посмотрим, что мы можем найти. Статуя головы. Голова статуи, точнее. Ну, вот сюда давай бросим. А, вот оно что, тайный проход. Прекрасно, прекрасно. Так, ребятушки, я готов запускать. О, отлично, смотри, секретный проход, видимо, в какую-то тайную лабораторию или куда-то. Швабра. Думаю, швабра это хороший намек. Вот эта область не находится на... А, blueprints это у нас, значит, видимо, схемах этого здания. Этой карты. Нам нужно попасть вот в этот... Смотри, какая фигня. Там есть какой-то хорошо защищенный лифт. Видимо, туда нужно попасть. Так, смотрим, что у нас здесь. Двоих, наверное... Ой-ой-ой, тихо. Двоих мы сможем припечатать. Опа! Хватай. Как я хотел, конечно, устроить генеральную уборочку там, но не получилось. Так, что я могу сделать? Я могу... Блин, не то. Я могу попробовать вот этих... Ах ты ж черт, а смотри, я двоих мог припечатать. Сейчас так и сделаем, сейчас так и поступим. Только быстро это сделаем. Вот так вот. Опа, отлично. Че, смотри, они не понимают, что я здесь нахожусь. Лошары. Лошары! У-у-у! Стрелять будете, нет? Я, кстати, могу стрелять спокойно. Я могу попробовать их вынести с одного удара всех. Че, рискнем? Свои шкуры. Сейчас они в толпу соберутся куда-нибудь. Давайте, просто тупо рискнем. Нет, смотри, они, по-моему, все уже потеряли интерес. А эти застряли у нас, лохудры. Вот, бегут. Давай. Бегите сюда все. Попробуем шваброй их уработать. Опа! Есть! Они даже не заметили, что я здесь. Фу, лохи. Бум! Не стреляй. Не надо. Это же библиотека все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я даже немножко увернулся, по-моему. Так, он бежит сюда. Хреново. Уходим. Так, тихо. Бам! Ой, тихо, ребятки. На, держи. Как хорошо, что здесь много разных шестов. Трезубец, кстати, тоже у меня нормально сработал. Так, берем. Ух ты ж, блин, смотри, здесь какие локации. Кто еще есть, по-моему? А, вот ты у меня, касатик. А ты что у меня здесь делаешь? Уровень пройден! Ей! Давай, мой маленький Посейдон. Заходи в лифт. Поехали. Фу, да, это были напряженные уровни, кстати. Мне нравится, что с каждым разом здесь добавляются какие-то новые элементы геймплея, в частности, вот это оружие, типа трезубцы, который вечный и который можно бросать, метать, и он насаживает на себя больше, чем трех врагов. То есть можно было придумать на каждый его вот этот вот... Пик можно было насадить одному врага, но нет, по-моему, 5, 6, 7, 8, и может даже 10, если они все в куче будут стоять, то можно их спокойно застолбить вот таким вот образом. Появляются новые элементы геймплея, новые враги появляются у нас, с дробовиком мужик появился, у нас появился мужик с М16, они добавляют хардкорность в эту игру. Так что дальше я только полагаю, что будет только жестче. Давайте посмотрим, что у нас представлять будет из себя следующий уровень, до которого мы должны будем с вами доехать. Уровень следующий — Uncharted. Это 5-й уровень, мы с вами будем играть его уже в следующей серии. Спасибо вам большое, что смотрели, я надеюсь, что вам понравилось. Если это так, то обязательно поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующую серию. С вами был Маугли, всегда оставайтесь на высоте и покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты... Всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.